спрятался у Евы в комнате. Сейчас посмотрим на ее реакцию. Ой, как красиво тут все. Сейчас ручки умоет. И придут. Пенсилят. 5 годиков. Давайте! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения! С днем рождения тебя! Ура! Ева, что еще смотри? Смотри, у тебя кроватка своя. Нравится? Так много скакать. Не, скакать не надо, ты что, поломаешь ее? Надо, да. Скакать вон на диване можешь поскакать. А домик заметила? И домик окрочи, и кротики окрочи. Котики Вани! Котики Вани! Сколько шариков у тебя, а? День на тебя, день на тебя. А этот шарик видела? Летелек мы! Все, давай. Довольна? Девочка. Эй, Тарам, где мое ушко? Не, там не трогай пока. А тут ее Тарам, где мое ушко? А завтра мы с тобой там доделаем. Сегодня пока папа не доделал. Ну, в общем, так вот. Пойду распаковывать покупочки. Так, это Евин бардак с садика. Что мы тут набрали-то? На салатик, виноградик, арбузик. Не знаю, чем там, испанский, греческий, чем. До этого брали бразильский, пробовали. Говно с говна. Этот не знаю, сейчас попробуем. Опа! Так, бананчики. Такие штуки. Так, это вискарик сегодня зайдет. Подруга Аленина Евина. Соус. Ну и так, чтобы попробовать Будвайзер, я не знаю, пили бы, не пили. Попробовать. Такая вот картошка молодая, наверное. И кола вискарю. Ой, жара на улице. Не трогай, так не сделано. Ты меня слышишь или что? Позвони с бабушкой, скажи спасибо за презенты. А ты чего не хочешь? Ну, Ева, звони всем подзиньковать надо. Деду звони, бабчам звони. Всем звонь. Привязываешь. Ой, все в шарах. Алена через полгорода тащила их. Чуть не улетела, да? А если бы ты улетела, что бы мы делали? Ева уже тут что-то придумала, я смотрю. Ева, пальчики прижмешь так. Хочешь, чтобы они ниже были? Давай, я тебе сделаю, если хочешь. Тематика коней уже который год у Евы. Нравится кроватка? Смотри, какие. Rainbow Dash на хмурке спит. Кто, а смотри, кто еще тут есть? Смотри, тут еще подушка есть. На подушке Pinkie Pie. Видела такая? Ева будет так же с ней. А он пижама или что-то? Майка? Смотри, с лёдом. Майка. Котики Пони. Слишком моя. О, мама тебе цветочки купила, да? Смотри, что Ева тут собрала, пока ты в магазин ходил. Железная дорога, наверное, у неё.
У нас картина недорисованная на стене повисла. А я монтирую видосик, надеюсь, выложу его сейчас вечером. Сегодня. Про Еву. Сегодня, да. Аня уже 40 лет. Дай соберем ключ, и такая она будет. Вот такая она. И... Помощь. Так, и клаем ее в жички. Чак-чак. Ой. Добрый, покажи, какая у тебя куколка красивая. Так, еще куна. Ой, не могу съесть. Мама, мама съешь. Есть одержанки. Вот такая кукла. Лол, у Евы получилась. Такая у нее здесь комната, зеркало даже есть. Носочки потерялись. Можно я буду распаковщиком игрушек? Такими кучеряшечками. А! Она упала в обморок. А внутри? Алена, может, ты заберешь мои сумки, я не знаю. Вот это вот холодильник надо. Я вам, кстати, еще суши взяла для Ромки. Ева, что надо сказать? Дякую. Иди бусю давай мне. Только не в губы. Ура! Все, будет в сумках ходить в школу. Эй, что это за танцы? Так, Паша, давай ты мне. Меня кто-то не снимает. Я не снимаю? Да, мы снимем пиццу, которую нам принесли, замовили. Да, вот снимай все вокруг. Вау, это все мне. Девочкам салатик, они на диетах. А мне с Евой пицца, да, Ева? Что там, мама, говори тост давай. Давайте, говори, дети. Днем рождения, Ева. Я желаю, чтобы ты росла здоровая, счастливая и послушная. И хорошо училась уже. Чтоб мама с папой слушалась. И помогала. Да, и самостоятельной становилась они. Я не умею. Все. Дурында. Джин-джин. С днем рождения тебя. Смешно стало, да? Джин-джин-джин. Тут у нас случайно возникла идея отправить Еве на желание вместе с Шариком, чтобы он полетел к доброй фее и сбылось желание. Иди, обнимай меня быстро. Ева, за душ. Ну что, Ева, идем? Пошли. О, сколько шариков. Еве на наклейке везде. Так, не туда и теж. Почекай, а то шишки шарики улетят, надо их от окна отодвинуть. Оп, оп, куцик, оп, на разе там. Идем загадывать желание? Да, написали. Написали? Да. Примотали? Да. К доброй фее? Да. Скажи, небеса желания шутка. Полетят, да? Да. И сбудутся сразу. Только один баллон. Ну один, один, ты что? Пуговица. Мама, это со звездой. Переела. Слышишь? Мама переела. А, пуговица, я смотрю, это там звезда, типа какой-то. Пусти баллон оттуда. Давай. Иди отсюда. Сюда. Давай отсюда. Дайте ей шарик. Иди с мамой. На, разом. Держи, держи, не, держи. Держи. Стой. Свой шарик. Стой. Иди. Папа ж папарацци. Все заходите. Подождите, я что же снимаю? Заходи. И мне снимаешь. Я... Дай тогда зайду. Лети! Лети! Подожди, на раз, два, три отпустишь. Тихо, держи. Два. Подожди, стойте. Дайте мне все снять. Раз, два, три. Пускай. И полетел. Полетел. Полетел.
полетел к фее с твоими желаниями. Все, идем. Полетел к фее. Да. Все, жди, скоро все сбудется, Ева. Будешь ждать? Главное, чтобы мама запомнила, что там было написано. Загадывай желание. Душа Розетту. Задавай. Ура! Тебе нравится тортик? Поздравляю тебя. Так, угостили именинницу вкусным тортиком. Смотрите, вот какой вкусный в цукерне взяли, на повесили у нас. Взяла Аленка, ходила, выбирала. Вкуснейший, да? Пицца XL. Вот. Накормить 4 человека вообще супер на вечеринку. 3,5. Все, короче. Клянись, красишься в темный. Да, да. Тины. И что? И тогда мы добьем дом. В общем, Ева настаивает уже с самого утра сделать ей домик этот. О, этот. Поэтому займемся сейчас. И краем. Да, кстати, всем привет, это новый день. Алена на работе, я не знаю, где у нее столько сил и здоровья. После посиделок выходить еще на 6 утра на работу. Я только... Сколько сейчас время, Ева? О, краем. Тебе спать пора. В общем, я только к 3 часам дня решил вот Еву ублажить и сделать ей домик. Сейчас будем разбираться вместе, что у нас здесь за домик. Что-то с подсветкой LED. В общем, такие вот детальки у нас в коробке. Коробка целая таких деталей. И вот это уже аксессуары тут, мебель. Оказывается, LED-подсветка. Я даже не знал, что Алена с LED-подсветкой заказала домик. Я на этот тортик ожоговый. Вот. Я на этот тортик. Инструкция попроще, чем кроватка, конечно. Может, быстро соберу. Помощница моя. Можешь попачить. Да, твоя коллежанка будет жить в этом доме. И наш дом готов. Готов наш дом. Ева помогала это все скручивать. Расскажи, что в твоем доме есть. Коник, стекла, сесуна, стекли, сходы, стол, сесуна. Что еще? Мюсенца, кухня. А кто жить будет в этом домике? Куколовый цецка. Куколо твоя? Единственное, я еще не знаю, в инструкции даже не написано, куда применять LED. Хотя бы намеки, куда его тут клеить, чтобы оно все было красиво. Или сам догадайся. На коробке почитать, посмотреть, что ли. Домик почти готов, как Ева. Так. А? Ну что, рассказывай, кто у тебя уже живет здесь? Куколо и тетка Куколо, не мама Куколо. Уже много тут, а Куколо катается на куцике этом. Все, ребенок доволен, балуется. Дома целый день. Ку-ку. Цецка куколол. Ку-ку. Я! Ку-ку.